Магдан продолжает готовиться к зимнему сезону. Сотрудники коммунальных служб проводят промывку и опрессовку систем теплоснабжения. Заменяют трубы, задвижки и фильтры. Мэр Магадана Юрий Гришан проконтролировал ход работы специалистов. Как рассказывают коммунальщики, выполнено около 60% работ. Полностью областной центр будет готов к зиме и получит паспорт готовности в середине сентября. Далее идет процедура получения паспорта готовности по каждому жилому дому. Мы должны каждый жилой дом отработать, и ни одного дома, не готового к зиме, быть не должно. Только при этих условиях муниципальное образование город Магадан может получить паспорт готовности для работы в отопительном периоде 2021. Подготовка города к зиме – задача непростая, рассказывают эксперты. Реализация плана затрагивает весь Магадан, включая отдаленные районы. Контролируют весь процесс сотрудники департамента ЖКХ и государственной жилищной инспекции. По словам специалистов, план выполняют в срок. Также в планах подготовки достаточно большие объемы. Можем констатировать, что выполнена работа по кровлям, по межпанельным швам. Фактически часть многоквартирных домов, мы уже говорим, что они готовы к оформлению, подписанию паспорта готовности. Но работа продолжается, слава богу, погодные условия нам позволяют. Один из главных вопросов, которые волнуют жителей Магадана – когда дадут отопление. По словам коммунальщиков, задержки не будет. Осенью возможен всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом, поэтому оставлять людей в холодных домах нельзя. Ориентировочно отапливать квартиры начнут в начале сентября на Соколе, Уптаре и Снежке, а к середине месяца – в самом Магадане.